как преобразили дворы в Ленинском районе областной столицы. Навстречу пошли, вникли в суть проблемы, поэтому комфортная городская среда в действии. Каким работам отдают предпочтение сами жители многоквартирных домов и всегда ли учитывается их мнение? Инициирование должно проходить непосредственно от жителей. Благодаря чему повышается эффективность управления МКД? У нас уже есть люди, которых можно на федеральный уровень выводить для того, чтобы они еще делились своим опытом. Своим опытом работы делится глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко. Сижу, слушаю, думаю, какое мощное взаимодействие. Мощное взаимодействие, да. Вот так взаимодействие оперативно мы и сможем обеспечивать работу эффективно на территории. Смотрите программу «Совет моего дома» 30 октября в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».